Сьогодні світські хроніки вже вкотре завітали на 36-й Ukrainian Fashion Week. І вже на старті для нових забігів по магазинах та модних бутіках, які готові продемонструвати нам, що ж буде модним на осінь-зиму 2015 року. Що ж буде в тренді і хто із наших українських зірок посетить сьогоднішнє мероприятие, узнаємо зовсім скоро. Можете рассказать, на что вы ставите акцент, создавая свою коллекцию? В каждой коллекции, наверное, ставлю акценты разные. В коллекции «Осень-зима» этого года акценты стоят на объемах и на цветных акцентах. Вот. Обычно в своих конструкциях я больше делаю ставку на крой и использую монохромные цвета. В этот раз вот немножко другая, у меня потянуло другие эксперименты. Доброго дня. Ви як співорганізатор Ukrainian Fashion Week, чи можете охарактеризувати вже 36-й Ukrainian Fashion Week? Звичайно, скажу, що за своїми масштабами він був найбільший за історією Ukrainian Fashion Week, тому що 8 днів проєктів напружених, цікавих, різноформатних, різноманітних. Це, звичайно, такий великий крок вперед, тому ми і обрали своїм гаслом слова «Next Step» – «Наступний крок». Ми відчуваємо, що ми робимо наступний крок. А кого з дизайнерів ви особливо для себе виділили в цьому сезоні? Мене дуже порадував наш New Generation Day, і мені було дуже приємно побачити там сильні, хороші, зрілі колекції. Тарас Волін і, не знаю, Маріна Рибалка, і студія «Концепт 15». Ну, багато хороших дизайнерів. А чи з'явилися нові молоді дизайнери в цьому сезоні? Так, да, вони завжди з'являються. Для цього існує проєкт «Нові імена». І також кілька дизайнерів привернуло мою увагу. Мені, наприклад, дуже сподобалася чоловіча колекція Бека Машня. З чоловічою модою завжди складно, її складно оцінювати. Можливо, вона не така популярна, як мода жіноча. Але цей молодий дизайнерський дует, молоді чоловік і жінка, вони як дует в житті, так і дует на подіумі. Це було видно, тому що дуже сильна, органічна була колекція, і мені дуже сподобалось те, що вони показали. А що ви порадите усім жінкам України, от саме навесні, зробити таке, щоб залишатися завжди в хорошому настрої та бути прекрасною? Жінкам, хотілося б на вулиці додати якихось шарфіків, хусточок, можливо, блакитних блузок, або якихось помаранчевих, або темно-синіх навіть якихось речей. Дуже хотілося б кольору трошки. Скажите, пожалуйста, чем для вас схоже вино и мода? Мода и вино – это очень-очень похоже, потому что нужно всегда найти новые тенденции и всегда посмотреть каждый год, может быть, не каждый год, но какой вкус клиент. А какое вино у вас ассоциируется с украинской красотой и модой? Ну, конечно, шампань, французский шампань из Кот-де-Блан. Это шампанский, который очень свежий, это хорошо для аперитива. Это не шампанский очень сильный, как структура. А расскажите, какому стилю отдаете предпочтение лично вы? Более классический, потому что я всегда работал в ресторане высокого качества. И тоже компания, фирма, где нужно быть немножко классическим. Это всегда был так. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, особисто ви якому взуттю та одягу віддаєте перевагу восени? Ну, в основному, в першу чергу, перевагу даю українським дизайнерам, тому що ношу все від українських дизайнерів. А як часто ви змінюєте стилі у своєму гардеробі на тому, що вас одягнено? Іноді, навіть кожен день. Ну, тобто по-разному, по настроєнню. Як... Можете ви розвінчати міф, що стильна річ – це обов'язково має бути дорого?
Ну, не всегда. Ну, не обязательно стильная вещь должна быть дорогой. Елена, расскажите, пожалуйста, создавая свои коллекции, какого принципа вы придерживаетесь? Наверное, принципы диктуют искусство. Я всегда двигаюсь от сердца. Что я чувствую, то я стараюсь транслировать на своих показах. Это основной принцип. Я не могу заставить себя сделать то, чего я не ощущаю. Если я не испытываю эмоцию, значит, я не делаю, я не творю и не живу. А вот в прошлом году было в моде платье в пол. Сохранило ли это свою актуальность в этом сезоне? Вы знаете, хитрость заключается в следующем. Всегда трендсеттеры предлагают амбивалентный гардероб. Наряду с длинными изделиями идут короткие. Это закон. Иначе людей просто, наверное, порвет на части. Они не будут понимать, куда им двигаться. Они должны иметь право выбора. Поэтому всегда позиции сохраняются для свободы выбора. А какой ткани и цвету вы отдаете свое предпочтение? Ну, пожалуй, натуральные, они ближе к телу. Я люблю, вот я могу так описать, что важным элементом являются тактильные ткани, которые, к которым приятно дотрагиваться, с которыми ты на «ты» и с которыми тебе будет легко потом существовать. Чи можна, в принципі, про людей судити, по тому, про їхні вміння та знання, по тому, як вони вбрані? Я думаю, завжди в толпі можна виділити творчих людей, особливо там якихось художників, режисерів, дизайнерів, художників, архітекторів. Вони завжди все одно чим-то відрізняються. Вони трохи інші, у них інше мировоззрення, і вони по-другому дивляться на себе. Вот. І хотілося б, звісно, дивитися на інших людей, не тільки на творчих, на звичайних, і теж розглядати и понимать их какой-то внутренний мир, что они хотят сказать, то, как они выглядят и то, как они смотрят на него. Далі, при створенні будь-якої колекції, це, звичайно, вже напрацьовані якісь навики і натхнення. Напрацьовані навики, це, звичайно, з практикою приходить, а ось натхнення все ж таки потрібно це десь звище брати. Де, власне, ви черпаєте це натхнення? І взагалі, як наші українські дизайнери розвиваються? Можливо, десь якісь семінари окремі за кордоном? Ну, вдохновення для каждого своє. Хтось його черпає в музиці, хто в іскусстві, хто в дизайні, в кіно, на вулиці, в прохожих. Це, ну, дуже багато. Для каждого это своя какая-то ниша. По поводу развития, да, конечно, но я езжу там на выставки за границу, во Францию, в Италию, для того, чтобы смотреть новые технологии в тканях, там, тенденции какие-то отслеживать. Да, это нужно чисто для профессиональной такой точки зрения. Что касается творческой, то тут уже каждый ищет себя по-разному. Нещодавно відбувся у вас показ «Осінь-зима 2015». Року, і я вже маю право запитати про підсумки і, власне, враження, які надходять. Ну, ми дуже довольні показом і довольні відзивами о колекції. Це, в принципі, то, чого, к чому ми стремились, тому що це був такий новий виток, новий глоток воздуха в нашій колекції, в наш бренд. І ми давно говорили о том, що ми немного міняємося. І от, якби, ми показали себе з другої, з нової сторони, і це оцінили критики, оценили наши клиенты, оценили те, кто нам нужно было, чтобы это оценили. И да, я довольна. Катя, привет! Мы привыкли тебя видеть исполняющую более динамические композиции, а сейчас я знаю, что ты немножко ушла в лирику, да? Расскажи об этом побольше, что за песня и как вообще пришла такая идея в голову? На самом деле, я как начинающий артист, я еще всего лишь ищу себя. И почему возникла такая идея уйти в лирику? Потому что великолепный, замечательный композитор написал специально для меня песню. Это Влад Дарвин. Песня называется «Индиго». И
я настолько прочувствовала, настолько поняла, что это мое, что несмотря на образ, на такой динамический мои треки, я решила все-таки немножко отойти от этого. Так что вот так вот. А можешь поделиться творческими планами своими на будущее? Да, конечно. У меня сейчас, мы сейчас записываем еще одну песню и собираемся выпустить на нее клип. И я вам серьезно говорю, это будет мега разрывная песня, это будет мега хит. Я уверена, что она порвет всех. Мы будем ждать с нетерпением. А можешь поделиться своими впечатлениями от 36-го Fashion Week? Я как раз вчера была на показе украинского самого молодого дизайнера Богдана Касса. Ну, его коллекция, если говорить простым языком, взорвала просто мозг, потому что это было очень неординарно, это было ярко запоминающееся пятно на Ukrainian Fashion Week. И я осталась очень довольна от того, что сходила на его показ. А какой стиль вообще предпочитаешь ты? Больше люблю casual, то есть это либо там кроссовки, пиджачки какие-то, блузочки, что-нибудь там. Ну и платье, конечно, тоже иногда нужно одевать, я же девочка. Да. Будь ласка, чи можете так подивитися на людину і вже оприділити, які в неї, в принципі, проблеми можуть виникати в житті? Там, за типами, за рисами обличчя, за поведінкою, за манерою спілкування? Звісно, так. А що ви можете сказати про мене? О, я можу сказати дуже багато. Цікаво, чи ви дійсно хочете це знати? Ну, ми тільки хороші. Добре, я тільки хороша. Я скажу те, що ви дуже любите давати радість іншим людям, да? Що ви дуже сильна жінка. Така, яка хоче привертати до себе увагу, але іноді, саме тому, що ви така сильна, вам потрібно трошки звертати увагу на те, щоб бути слабшою у стосунках, саме у стосунках. Ну, прямо в ціль ви потрапили, дякую, так. Ну, сьогодні ви присутні на 36-му вже Ukrainian Fashion Week. Чи можна вас віднести до людей, які постійно слідкують за останніми тенденціями модними? Ви знаєте, не завжди. А що для вас взагалі мода таке в цілому? Мода в цілому – це стан душі, як ти відчуваєш її, що ти відчуваєш. І якщо ти така харизматична людина, то ти можеш створити саме свою моду. Тетяна, доброго дня. Ви є арт-художником по створенню манекенів, які, власне, частиною можуть бути шоуруму, так, якоїсь колекції. Якщо точніше бути, то це предмети для інтер'єру. Цей манекен може прикрасити будь-який інтер'єр, як будинку приватного. Також це може бути шоурум дизайнера. І також це ще арт-об'єкт. Я вже мала можливість бачити ваші манекени. І дійсно дуже така клопітка робота. Скільки у вас іде часу на виготовлення, наприклад, одного манекена? Ну, щоб народився один манекен, це треба місяць. А це вже ви відштовхуєтеся від самого замовлення, чи це ваше власне натхнення по створенню? Ну, знаєте, натхнення – це таке трансцендентна річ, вона або є, або її немає, і замовити якби важко її. Але якщо це предмет інтер'єра, да, якась така річ, я її обговорюю з людьми, з замовниками, і тоді вже якби виношую її, хожу з нею, вона в мені живе, і народжується. Принты вы используете, цвета, ткань, фурнитуру? Ну, сегодня на мне вы видите нашу капсульную коллекцию, новую, которая, в принципе, еще даже не в продаже. Ткань натуральная, хлопок испанского производства, принты фруктовые. Такое вот было фруктовое настроение, яблоки, инжир, персики, лимоны и прочее. Да? Ну и плюс, конечно же, параллельно мы готовим нашу основную коллекцию. Это осень-зима 2015-2016 года,
коллекция основная наша посвящена Олимпиадам прошлого века. Скажем так, навеяна тем, что вот, в принципе, скоро приближается Олимпиада в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, да? И мы решили вспомнить наши великие Олимпиады прошлого века и виды спорта. Каждый лук посвящен какому-то виду спорта. А можете рассказать, на что нужно ставить акценты в своем образе, чтобы выглядеть стильно? Я думаю, в любом случае, стиль – это то, что должно подчеркнуть нашу индивидуальность, да, и то, что должно подчеркнуть наши сильные стороны. То есть, если мы готовы выглядеть ярко, если мы надеваем на себя какой-то яркий образ, то мы должны его донести до конца. Если мы не готовы на это, то, безусловно, тогда не стоит так экспериментировать, и нужно выбрать какую-то более спокойную цветовую гамму, скажем так, да, либо фасон. Здравствуй, Влад. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, как сложилась твоя жизнь после участия в X-Factor. Моя жизнь сложилась отлично. В принципе, все идет так, как нужно, медленными, семимильными шагами. Я иду по своему какому-то пути, записываю песни, снимаю клипы, вот, посещаю какие-то интересные мероприятия. Я доволен своей жизнью. А часто тебя можно наблюдать на таких мероприятиях, как Fashion Week? Ну, Fashion Week, насколько я знаю, у нас раз многое время. Не часто, я не могу сказать, что я поклонник подобных мероприятий, но все-таки следить за модой, да, и за украинскими дизайнерами, мне кажется, что это интересно, смотреть, что происходит в нашей стране в этом плане. И мне кажется, здорово, мне понравилось, все очень стильно и как-то так ново. А вообще, какой стиль предпочитаешь ты? У меня нет особых вкусовых каких-то качеств. Мне кажется, что каждому человеку подходит что-то свое. И если вы прекрасно выглядите в платье, то кому-то будет прекрасно в брюках и в чем-то другом. У каждого свой стиль, и главное, когда это гармонично. Привіт, щойно відбувся показ чудового бренду. Чи було тобі комфортно як моделі в цих сукнях по подіуму ходити? Добрый вечер. Мне было комфортно как никогда, так как я с этим брендом знакома уже очень давно. Я стала его лицом еще год назад, отснялась уже в нескольких лукбуках. И я очень люблю этого дизайнера. У него все очень нежное, женственное и трогательное. Как долго ты в модельном бизнесе? И чему же ты назвать это профессийным уже? Ну, в модельном бизнесе я уже около 5 лет. И могу назвать это профессиональным занятием, так как у меня фактически каждый день съемки. Я знаю, що ти навчаєшся в Шевченка на перекладача. Чи можете сказати, що ти будеш перекладачем, а не моделлю? Чи все ж таки намагатимешся якось це поєднувати? Ну, я стараюсь совмещать. Я работаю і переводчиком, і моделлю, і считаю, що у мене вполне хорошо получається. Здравствуйте, Лия. Я только что наблюдала замечательную коллекцию, которую вы создали. Можете рассказать, пожалуйста, нашим зрителям о ней больше, как подходила подготовка? Ну, могу только сказать, что это материал был, с которым я работала впервые. Это облегченный драп. Мы, чтобы не потерять вот эту легкость и, наверное, такой тактильный контакт с тканью, мы решили не ставить его на подкладочную ткань. Поэтому изделия получились более легкие, более воздушные. И, наверное, мы как-то повторили какие-то просто линии платьев, перенесли на верхнюю одежду. Ну, как бы захотелось создать такие изделия, знаете, во время путешествий. Очень много наших женщин водят автомобиль, да, когда вот тут вроде солнышко засветило, здесь уже как бы жарко, чтобы это, в общем, не приносило каких-то проблем для того, чтобы раздеться, одеться. И мне кажется, очень эффектно. Вот эти вот рюши, эти какие-то склады, огромные рукава, это опять-таки элементы просто верхнего платья, да, вот. И мне захотелось их перенести вот в верхнюю одежду. Кто вас вдохновляет на творческий процесс? Не могу так сказать, если честно, потому что идеи какие-то рождаются постоянно, рождаются от того ткани, которую я наблюдаю вокруг себя, там, да, щупаю, присматриваюсь, какие-то цвета. Здесь мне очень понравился цвет ткани, понравилась его текстура, и я уже понимала, что она ляжет
мне в нужную складку, в нужную драпировку. Она передаст вот то настроение, которое мне хотелось бы. Эти замечательные жуки, вот Татьяны Черной, да, они прекрасно сочетались с коллекцией, я считаю. Это было что-то немножко необычное, интересное. И вот все хохочут и говорят: Тань, тебе жуки должны вообще-то сказать огромное спасибо, потому что мы все привыкли воспевать бабочек, розочек, каких-то красивых там, да, там букашечек, каких-то там стрекозок. А здесь жуки, просто жуки такие грубые, смешные, но они такие мне уже стали родные, да, мы когда их там прикладывали ткани и вот хохотали, говорим, вот мы давайте их стайкой пустим на спину. А кому пришла идея вот так вот украсить коллекцию жуками? Ну, наверное, да, я как дизайнер создала вот коллекцию и поняла, что нужно ее чем-то вот немножко разбавить, развеселить, сделать ее неповторимой. Я вспомнила о прекрасных жуках Тани и решила, что они обязаны поселиться на моих нарядах. Доброго вечора. Сьогодні ми на показі колекції Льосін, а ви, власне, є дизайнером прикрас і прикрасили колекцію Льосін чудовими своїми жучками, павучками. І це було дуже настільки мило і прекрасно. Чому саме для цієї колекції вирішили от такі відкриті тварини в ньому трішечки світ? Вам захотілося весни, яка могла б приступити осінню, зимою і придавати такої женственності і легкої гри. Дополняю образ женщины. Це дійсно було мило, і колекція така все була в сіро-темних відтінках, і жучки також. Скільки часу йде на створення такої краси? Саме складне – це придумати. Розробити технологію, а далі – це дуже швидко. А чи були у вашій практиці теж якісь такі досить ексклюзивні речі, якими ви пишаєтесь найбільше? І що це було саме? Это была серия украшений «Прикраса міста», украшения с элементами города. И у нас сейчас проходит 36-й уже Ukrainian Fashion Week. Что особисто для себя вы нового открыли в этом 36-м сезоне? Что красоту не убьют никакие события, которые происходят в мире и на Украине, а только вдохновят наших дизайнеров и помогут нашим ребятам справиться с различными сложностями и бедами, которые вокруг. Ось і підійшов до завершення вже 36-й Ukrainian Fashion Week. А з вами були «Светські хроніки». До скорих зустріч!